Приветствую, товарищи танкисты, Мэд Макс на связи, и буквально вчера на стриме я побил свой собственный рекорд в рейтинговых боях. За 10 калибровочных боев я набрал 4438 единиц рейтинга. При этом я ни разу не проиграл 10 побед из 10 боев. Ну а теперь предлагаю посмотреть хайлайты с этого стрима. Хорошие калибровки в 4300. Ну, по плану, конечно, да. Откалиброваться в 4300, может быть, и более. Итак, первая каточка, давайте встанем на нестандартную позицию для просвета. И меня светанули. Плохо все. Слушайте, ну 60 тп прямо в агрессию летит. Так, 30 бэшка в углу, а меня кроет только одна ПТ. Это Бадгер. Ну, выдаем максимум. Выдаем здесь максимум. Фраг есть. Затащить, наверное, не получится, да. Слишком много хп потерял. Давай со спрутом поможем. Если спрута загасим, то есть шанс на победку. Так, ну и 7 его должен добирать. Ага, он его не добирает. Понял, принял. И 7 нуб. Не то слово. Так, 2 фрага есть. Слушайте, 30 б вольнем. 30 б надо валить. Срочно. 60 тп инфы нет. Давайте на длину уедем. 30 б здесь. Так, он КД. Братан! Ну это за приколы, сука, дедушка 7. Он меня будет целить. Меня целят. Отлично. Так, первый бой, победа. Если сделаем 8 побед из 10, ну, понятно, что это будет платиновая лига. Но хотелось бы побить рекорд. Рекорд у меня был 4400, 3 ПТшки. Что с ними делать? Ну, давайте на перекаточке тычку выдадим. Отлично. Закатываемся в сейф. Я Минотавра забираю, все. Это наша цель. Тычку нельзя получать. Минус один. Здесь у нас ЦС-очка в ангаре. Грилешек упарывается на ТВП. Мы постараемся его спасти каким-то чудом. Так, бачатик залетает. Братан, ты тоже в ангаре. Ты тоже в ангарной зоне. Два фрага, неплохо идем. И с подрог забираем. Угасиком. Братан, давай, кдешься. Отлично. Я влетаю здесь с двух ног. Отлично, отлично. Ой, шикарно, шикарно. Шикарно, шикарно. Крутим, как их, а? Здесь на голде, на всякий случай. На всякий случай на голдишке. И четвертый фраг. Второй бой, воин. Сражаться с Птуром? Да. Кран летит сюда. Я понял. Помощь будет. Я прям упоролся бы, но нет инфы по бабахе. Давайте раньше времени не будем творить херню всякую. Так, бабуся. Так, ну она упала. Здорово. Не видит меня?
Видимо, не видел. До этого момента. Так, 2000 выдали. Танк первой линии, он стоит на респе. Ну вот я столько времени потерял. Столько урона потерял. Из-за этой имбы. Ну давай, давай, ты только на меня будешь смотреть, конечно. Блять, я в шоке, сука, ёбаный гений. Так, закатывают мужики. Закатывают, так, а здесь адреналяшку. Ёб твою мать. Так, есть пробитие. Угу, есть попадание. Ну ладно, что попадаю. Блять, вот это зря я сделал. Вот это я, возможно, зря сделал. И по мне будет кидать, да? Вот собака ссаная, а. Ага, заметил меня. Так, сюда летит. Гений. Надо на бабаху по-хорошему забить. Если по-хорошему так. Что происходит здесь? Он за шариком полетел. Я понял. Есть фугасик, потестим. Плохо, плохо. А, маус, нихера. Блин, ну... С этой позиции надо сваливать. 40.05 перекатывается. Вопрос куда? Ну, маус здесь не проедет. Ага. Так, закинул. Давайте отвлекать его. Может, у него БЗшка на танкование? Я, наверное, просто не шарю. Здесь надо закатывать уже. Давай в 40.05. Так, Мао здесь фашистский за нами полетел. Я понял. Маус красава. Затащил катку. Итак, 5 боев откатали. Все победы. Сейчас посмотрим, какой рейтинг мне подкинет. Ну шо, у них топовая приемочка. Яга, бабаха и тяжек. Который может впитать урончик. Но я не собираюсь подставляться. Вот теперь можно влетать. Просто с двух ног. Угу. Ну, сначала ягу, потом бабаху. Блять, что со снарядами у меня? Просто нулевая реализация. Да, штангу и перерыв дает о себе знать. Пиздец. Что-то ужаснейшее. Ой. Так, два снаряда. Так, здесь фугаса. Рикошет, блять. Рикошет нахер. Я вообще, ну, блять, не удивлен нахуй. Пизду их раком. Отличный бой, никогда так не играть, как я. 6 боев, победы, средуха ужасная, 2400. Как будто карт больше и не существует. 2 бабахи, меня это смущает. Вот здесь бабаха может появиться.
Папси. Ебать, он закидывает. Видим только одну бабаху. Я думаю, надо сближаться. Надеюсь, вторая бабаха отсюда не выйдет. Здесь с вазончиком надо разбираться. Не-не-не, не надо. Не надо, не надо, не надо. Так, вот и бабаха, кстати. О которой мы говорили. Куда он летит? Куда он летит? А! Здорово, бабаха. Надо ее кромсать. Надо ее кромсать. Все. Фармим. Фармим бабусю. Там еще вторая сейчас будет. Я даже подставлюсь. Она не по мне кидала. Так, фражик есть. Отлично. 3800. У меня, по-моему, ни раз такого не было. Было 9 побед из 10. Возможно, это будет рекорд. Ебать разброс. У нас 2900 по команде. У них 3800. Хорошо, я постараюсь прожать угол. Ага. Кранвегена видим. Он будет стоять от ВН. И пока что больше никого здесь нет. А кто-то кинул. Возможно, грилек там в кустах. Оу, М103. Братишкин. А, нифига. Дружбанецкий наш. Клинок. Хорошо, мы свалим отсюда. Так. Кран красава. Ну все, кран фул КД. Идеально. Просто идеально. Так, вижу крана. Угу. Так, ну здесь был гриль. Отлично, он сработал. Ёб твою мать, блядь. Что за скример? Надо краны здесь снять. Отлично. Вроде ничего не сделали, а победу принесли команде. Ребятки направо катят. Я не смею им отказывать в этом желании. Судя по всему, у них ТТ, поехали на мид. У них вообще вся тима на миде. Ёб твою мать. Шерик. Давайте точку возьмем, окей. Слушайте, а неплохо, командная игра. 5 танков на одной точке. Когда вы такое видели на лесточке? Такое ощущение, как будто в турнире играем. Давайте ждем агрессии тогда. Бачатик, ну куда ты? Ну не скрывай его, а! Сука! Блять! Мудоебень. Какой же мудоебень, а? На батуте. Оп. Понял, принял. Так, хэвика бы загуслить. И не отпускать желательно с гусли. Ага. Рога по мне кидает. Не все, братан. Халява закончилась. Халява закончилась. Так, и добор. Должен быть добор. Идеально. Я на леопарда, потому что у него очень много хп.
Заодно приведу его к своим. Слушай, снова на гуслю поставил. Красавчик. Сюда закатит? Но я засейвлюсь. Тихо-тихо, Шерик. Так, тычку выдал, забираешь. Он не забрал его. И эти полушотные, полудохлые. Чуваки, ну как так-то? Красавчик. Просто лучший. ВКшку одобряю. 3400, 9 из 10. 9 из 10 мы закрываем. И я подозреваю, что мой рейтинг 4300. Судя по всему. Да, 9 побед. Ну что, классно. Давайте. Так, all together, говорят, C. C это слева, ну, точка C. И 40.05 ему вообще похую. Он направо полетел. Отлично. Загуслили. Так, есть 100 в КД, вот теперь в КД. Теперь сгуслим еще раз. Ассистик наш. Фармим. Отлично. Ой, шикарно-то как, а. Кто там поедет? Бадгерок. И в Е100 улетает снаряд. По-хорошему вот этого бы Чиназиса съесть. А, давайте его сожрем. А, здесь еще Шеридан летит. Я понял. Так, СТБ сюда. Прилет был. Шерик никак не успокоится. Так, мужики, ну я видел, ПТшки на медут были уже. Все, его съели. Бля, зачем я сдох? Зачем я сдох? Надо было засейвиться. Это платина. Это платина. 10 из 10 закрываем. Смотрим итоговый рейтинг. Я рассчитываю 4200. 4438. Ой-ой-ой. Красота. Ёбушки-воробушки. Что самое печальное, по-моему, у меня рекорд был вот один в один. Такой же. Средний урон 2600. 100% побед. Ну что же, поздравляйте меня. Место пока что мое загружается. Планочка. Планочку я себе изначально ставил. Просто хотя бы в платину зайти на десятках. Ну, чуть-чуть превзошли ожидания и побили рекорд собственный.